І до іншої теми. Міський голова Чорноморська не йде на вибори. Про це він написав сьогодні у лонгріді на власній сторінці в ФБ. Мер міста сателіта Одеси довго перераховує у цьому тексті власні досягнення, але наприкінці резюмує, що балотуватися не буде. Чому ця новина викликає сльози у журналістки Ірини Гриб? Спитаємо в самої Ірини, вона з нами на зв'язку. Ірино, вітаю вас. Здравствуйте. Ну що ж, це сльози радості чи смутку все ж таки? На самом деле, это ирония о том, что Валерий Яковлевич Хмельнюк, ну, многие знают, что я родом из города Черноморск, бывший Ильичевск, это город для меня родной, я там училась, я хорошо знаю и внутреннюю кухню, ну, в общем, я оттуда я родом, и мои родители там же. В общем, Валерий Яковлевич Хмельнюк, это, как его называли, да, там, мавзолей называли Ильичевский горсовет, потому что это человек, который 30 лет у власти, во времена Советского Союза, он уже был в Ильичевске, у него был небольшой перерыв, когда он там Киеве был, по-моему, 2 или 3 года, а все время он у власти. Все годы независимости Украины человек руководил городом Ильичевске. По сути, сделал из города Черноморск, уже тогда еще Ильичевск, отдельное княжество свое, не допускал туда там застройщиков, не допускал бизнесменов. Когда-то у него было кличка Валера 30, то есть с каждого коммерсанта, предпринимателя этот человек требовал 30% от прибыли. В общем-то, это человек, который из города Ильичевска сделал такое удельное место. 30 лет у власти, человек уже ну, в возрасте, и в принципе все уже давно говорили о том, что, скорее всего, Валерий Яковлевич не пойдет на выборы. Ну, он подтвердил все опасения. Интересно, кого он поддержит на этих выборах. Сейчас, на сегодняшний день, есть 2 основных кандидата. Это Василий Беляев с партии «За мои будни» и Юрий Круг от партии «Доверяй делам». На последних примерах, которые я видела, с небольшим отрывом, там меньше, по-моему, 4%, пока лидирует Василий Беляев. В принципе, гонка за кресло Черноморского городского головы, и она будет достаточно интересной, потому что идут они ноздря в ноздрю. Интересная будет борьба за депутатский корпус, там тоже свои расклады. Ну и я думаю, что будет интересно понаблюдать за этой войной. Ірино, ну війна вже, власне, розпочалася. Чи помітили ви якісь цікаві повороти у цій війні? І хто більш, ну, скажімо так, активний у ній? Ну, смотрите, одинакові методи використовують оба кандидата. Нічого інтересного, на самом деле, встречі. Я публікувала у себе роздачу там пайков от Василия Гуляєва. Нічого інтересного від одного із кандидатів. Я думаю, що це буде війна сеток. Они придут к тому, что просто создадут каждую свою сетку, и тот, кто вложится больше, у кого меньше всяких продуктов, это, к сожалению, так. Активно сейчас круг, конечно, заклеил Ильичевск, Черноморск, заклеил бордами «Доверяй делам», но у Василия Беляева достаточно высокая узнаваемость, и рейтинг у обоих примерно одинаковый, достаточно высокий. Ну, вот я думаю, что в итоге все перейдет в светок, и там уже кто больше вложится, и кого меньше, и крадут. Угу. Ну і останнє питання, Ірино, чи на користь місту піде зміна міського голови? Незрозуміло все ж таки з вашого спічу. Ви радієте з одного боку, іронізуєте з відходу Хмельнюка, але здається, що не дуже вас будуть влаштовувати обидві кандидатури і влаштовувати один з переможців врешті-решт. На самом деле вы правы, конечно же, не радоваться тому, что Валерий Яковлевич, если бы он пришел бы выбрал эти выборы, тяжелее ему это было бы, допустим, 5 лет назад, он бы выбрал. Но дело в том, что в любом случае человек, который 30 лет у власти, но уже время его прошло, причем очень давно. Город очень в таком состоянии, я давно там не была, учитывая, что живу в другом городе. Когда я приехала к родителям, мне было очень печально. Тот Черноморск, который я помню, он, конечно, значительно хуже стал. Объективно, город стал хуже, об этом говорят все, и жители, и те, кто приезжают.
Из кандидатов, которые сейчас претендуют на пост, меня, конечно же, не радует ни один из кандидатов, потому что и что о Юрии Круке я могу долго и нудно рассказывать, начиная его бытности в Порту Южной, что о Василии Гуляеве я могу долго рассказывать, начиная от его деятельности еще на промранде 7 километр или село Молодежное, да, там, где он сделал свою маленькую бочку. В принципе, об обоих кандидатах я буду говорить. Я, к сожалению, ребята, ругаться в эфире нельзя, но тут мы выбираем из двух сортов. Извините, пожалуйста. Дякую, Ірино, за включення. Ірина Гриб, журналістка, говорила про те, що пан Хмельнюк, чинний міський, поки що чинний міський голова Чорноморська, не збирається балотуватися. Ірина Гриб нам надала найбільш ймовірний розклад на фініші передвиборчої кампанії, на фініші самого виборчого процесу у Чорноморську. Вже готовий до роботи Євген Салтан у сусідній студії. Євгене, вітаю тебе. Вітаю тебе, Оля. Відслідковуєш...